Здравствуйте, мы ведем диалог с группой «Восвояси», одним из представителей ее, которых является Дима, вот, и мы решили задать ему пару вопросов. Оно вообще таких отличных идти. Я ждал это! Слушай, вот я все собираю, короче. У тебя вообще... Здравствуйте. Давай еще раз. Да, давай, до свидания. Кандибут. Давай еще раз. Блять, давай, сука, уже высокий. Здравствуйте, мы идем диалог. Давай. Раз, два, три. Здравствуйте, мы ведем диалог с группой «Восвояси». Ноги-то слаживай ноги. Вот это... Да все, вырубай, не. Надо сейчас сразу сложить. Что мне яйца, блядь, на шее? Давай, дом сгорел. Здравствуйте, мы ведем... Че ты мне это, конечно, поставил? Давай еще раз, блядь, заебал. Шурик. Давай, раз, два, три. Блядь, пиздец. Он меня отвлекает. Здрасте, мы... Здрасте или не здрасте? А че здрасте? Все. Четыре, поехали. Привет. Блядь, ну три-четыре, поехали. Все. Сейчас, подожди, секундочку, да, блядь, не включай. Привет. Больная. Да иди в жопу. Да, ты вообще готов отвечать на вопрос? Нет, конечно, я вообще говорил, что... Так, во-первых, это уже никого не идет. Как создавалась группа, давай. Я не соглашался вообще. Ты засиди, значит. Здрасте. Блядь, здрасте. Сука, в пизду, блядь. Привет! Привет, Толя, чиникулечки! Здорово, слышишь? Ахайо-хайо! Пацуля, с вас своя, сейчас будем... Да! Блядь, нормально. Пацан решает. То есть мы у него спрашиваем, как создавалась группа? Он отвечает. Отвечай. Отвечаю. Отвечай. Вася, заебись. Отвечай, как создавалась группа, бля. Вася, короче, такая тема. Сидели мы на райончике. И досидели. Повязали нас мусора. И я познакомился с ним в обезьяннике. С ним? С ним это с кем? Со всеми. Если они видят, что вас маражится, давай лучше у тех, кто сегодня участвовал. Нет, подожди. Лучше на натуре так. Только нужно, смотри, в принципе...